Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Лукиан. Лукиан – греческий писатель около 120-190 годов нашей эры. Родился в городе Самосате, расположенном на берегу Евфрата. Изучал философию в Афинах и затем много путешествовал и выступал публично. Лукиан был метким сатириком и в своих произведениях высмеивал глупости и предрассудки своего времени. Будучи знаком с сократическим диалогом, старой и новой комедией, то есть с Аристофаном и Минандром, и сатиры Миниппа, Лукиан на их основе создал новый сатирический жанр, который позже стали называть лукианическим диалогом. В некоторых своих диалогах, диалоги богов, диалоги Гетер, диалоги в царстве мертвых, Лукиан ставит под вопрос общепринятые представления о жизни души после физической смерти. В других критикует христианский фанатизм, причем и эту критику, отвергаемую многими апологетами христианства, ценили Эразм Роттердамский и Томас Мор. Лукиан был любимым греческим автором Рабле. Истинная история Лукиана, его пародия на неправдоподобные рассказы путешественников, стала прообразом путешествия Гулливер Свифта. Своей репутации богохульника Лукиан обязан Шелли. Эразм Роттердамский перевел ряд его произведений на латинский язык и испытал заметное влияние его творчества. Томас Мор – еще один переводчик Лукиана на латинский язык, испытавший влияние его произведений. Ну, так вкратце о Лукиане, греческом писателе. Пока-пока, до свидания.